В городском округе продолжается реализация программы «Социальная газификация». На этой неделе специалисты Щелковской ремонтно-эксплуатационной службы «Мособлгаза» провели топливо в дом номер 5 по улице Плеханова, в котором проживает семья Степановых. От природного газа в загородном доме будут работать отопительный котел и кухонная плита. В программу мы вступили в прошлом году, осенью. Как обычно, заключили договор с «Мособлгазом». Ребята приехали, очень оперативно все сделали, быстро, качественно, молодцы, профессионально. Основной критерий участия в социальной газификации – наличие в границах населенного пункта действующего распределительного газопровода. Кроме того, жилой дом должен быть официально зарегистрирован. Строительство газопровода до границ участка выполняется за счет газоснабжающей организации. В этом году в городском округе заявки на дегазификацию подали собственники 479 домовладений. Более двух третей отработаны на этапе подведения газа к границам участка.